Здравствуйте, друзья! Вы видите отлив, необычный такой отлив, я хочу сказать, на берегу тут, в Санта-Крузе. Что-то мы сколько тут живем, не видели такого отлива. А может быть, здесь намело, смотри, вон там песчаная какая-то отмель. Может быть, ее намело? По колено, посмотри, по колено. Ну да, здесь внизу тоже. Что-то очень-очень странное. Очень странное. Что-то вот мне напоминает эта картинка. Напоминает она мне известную фразу «По морю аки посуху». Вы посмотрите, сколько их тут набралось, чтобы аки посуху с досками. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Вообще интересно, вот что это там за растительность, которая камни покрывает. Такое ощущение, что какие-нибудь острые ракушки. Ал, вот что это за черные штуки? Где? Камни покрывает, вот то, что ушли. Это мох. Надо сказать, друзья, что во время отлива самая волна. Вот они какие хорошие пошли, видите? Причем так, одна за одной идут. Вот там чуть подальше сейчас. Вот спорт смелых. Да. И там еще волна за волной, волна за волной. Очень красиво. Боже. А если мы чуть правее возьмем, вот туда, ребята. А там что делается? Одна за другой вот они накатывают. Боже. Красотища какая. Вот именно преломление света на этих волнах. Замечательно. Там сейчас еще одну снимем и пойдем дальше. Идет. Хорош. Вот по этим каменюкам жутким, друзья, движутся серферы. Ведь мы сейчас только увидели, что там. Так она водой была прикрыта. Вот по ним они движутся туда, к волне. О. Жуть. Обнажилось то, что всегда было скрыто. Ох, вот какие это волны блестят, сверкающие. Птички, добрые, добрые птички. Ой-ой-ой. Вау. Да. Птички там, я думаю, с удовольствием наблюдают движение волн. Смотри, какая волна. Да. Вау. Вот это вот солнечные лучи так отражаются. Просто невероятно. Это текучее стекло. Да. Вау. Yeah. Really? I'm glad I'm here. А вот и птички. Друзья, кто птичек не видел, вот они тут наблюдают все. Хотя, может, они не птички, а может, они какие-нибудь морские львы, поди знай. На таком расстоянии, как отличить? Вам, наверное, лучше видно в камере, там увеличение. Там только птички. Только птички? Ну ладно. А ты как знаешь все? Я вижу. Окей. А я на камеру смотрю, тут не очень видно. Даже сюда брызги долетают. Долетают, да. А вот тут еще, друзья, тоже очень красиво. Тут мало то, что волны, но еще солнце. И так все вместе очень здорово. Это собачий пляж. Мы тут много раз бывали. Но вот сейчас за счет того, что отлив, как-то больше песочку на пляже. Вот такая собачка резвая там бегает. Собакам тоже, друзья, надо побегать. Есть очень атлетичные породы. Им нужно двигаться хорошо. А то превратятся в таких вот, как мы, малоподвижных работников IT-индустрии. Да, разыгралось синее море, океан, друзья. Нету айболита, чтобы поглотить его волне.
Да? Сейчас айболита поглотит она. Нет айболита. Нет. А волны есть. Мы с вами есть. Находимся в безопасности. Просто балдеем, получаем удовольствие.